Всем привет, глубоководные! С вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами отправимся исследовать мир игры Submersed, где мы отправимся на платформу, которая находится в океане, и нас ждет что-то жуткое поистине. Судя по скриншотам, нас будут ждать акулы, трупы и еще хрен знает что только может там быть. Так что не будем ждать и, пожалуй, уже начнем. Пролог. Ложные надежды. Что-то уже происходит, я вообще не понимаю. Меня уже долбят в уши со всех сторон. Игра... Да, хватит. Что за дерьмо? Что происходит? Что-то сломалось, система поломана. Если мы не остановим это, то произойдет огромный взрыв и коллапс вообще. Я понял, активируйте типа сигнал бедствия. Все, надо спасать. Лол. Ну а что у меня здесь есть? Подожди, давайте посмотрим, что. Ага. Ну вот и наш главный враг с вами. Че, есть что поиграть, нет? Ну и ладно, тогда неинтересно. Так, сишки нельзя взять. Локи страйк. Понятно. Ладно, let's go спасать всех. Оу. Че-то мне, ребят, страшно. Чтобы подлечиться, я понял, разберемся. У меня есть модный Apple Watch. Отлично. А, быстрее, я должен успеть. Ай, что я нажал? Наверное... А, я эту сигнализацию отключил. В принципе, пока ничего сложного. Здесь, если вы еще присмотритесь, в правом верхнем углу есть значок. Типа, видимо, здесь все-таки есть какой-то стелс. Ну, пока вроде ничего страшного не происходит. Есть пару репортов о том, что здесь происходит. А, твою мать! Лоу. Помочь ей, дурак, что ли? А, нет, это типа у нее забрать аптечку. Так, дура, у тебя аптечка была, что-то себя не подлечила. Это ж игра, здесь можно на ноги встать. Как в батле какой-нибудь. Когда тебя танком расхреначило, а ты просто взял, постоял в сторонке. Женщина, сорян. Ну, я так понимаю, ей акула ноги откусила. И вы предлагаете нам вон туда, да? Ой, страшно. Что-то на фоне шелестит. Мы подобрали карту доступа. Так, эй. Давай, поднимайся. Ну, в принципе, пока не страшно, никаких акул нет. Видимо, они появятся чуть позже. Тогда непонятно, как это без ног осталось. Он типа показывает, что она из воды приползла. А от какой двери этот ключ? Вот от этой, наверное. Ого! Какие скафандры. Здравствуй, Биошок. Прикольно. Так, я что-то не то нажал. Я, походу, его снял. Я хотел убрать эту подсказку. Вот, вроде игра и выглядит безумно дешево, но... Я уже, блин, в костюме водолаза. Блин, прикольно. Может, второй тоже можно? Нет, нельзя. А, сначала надо закрыть эту дверь. Окей. И как-то резко все происходит. Я даже не успеваю ни о чем задуматься. Но это, наверное, и к лучшему, что повествование идет так быстро. У меня аж прям надпись «Опасность». Ладно, акулы, встречайте.
Вроде шакула не должна прокусить такой костюм, хотя он из резины. Ты меня слышишь? Я иду. Будь осторожен. Ну, я попытаюсь быть осторожным. Надеюсь, все-таки на меня никто не нападет. Нет такой кнопки, у меня ни L3, ни B нету. Я хотел посмотреть, есть ли здесь настройки, но в них, к сожалению, не зайти по эскейпу. А, твою мать! Что это было? Зачем звук гитары? А, все, здесь надо уже прятаться от нее. Блин, тебе нормально на корячках в таком костюме идти? А, это музыка на фоне. Прикольно. Ту-ту-тун. О! Я понял, все это время надо было ползти. Я решил обнаглеть и встать. И поплатился за это. Блин, страшно. Нет! А! Я же спрятался! Быстрее, я уже хотя бы знаю, что надо активировать. Быстрее, 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 садись. А-а-а! Придется жопой бежать! Беги! Только беги! Блин, у меня эта мышка сломалась. Он не мог повернуть. Фу, это ужас какой-то. Но я думаю, что акула может и здесь напасть на тебя. Так что я думаю, надо быстрее ускориться. Я не хочу умереть прямо перед выходом. Все, супер. Офигенно. Я надеюсь, это не конец игры, и вообще это типа был как пролог, что ли. Где-то в Тихом океане. Ху-ху! А, это была предыстория того, что там что-то случилось. А вот теперь мы за главного персонажа отправляемся туда на спасение. Все, я разобрался. Отлично. Что это за бандит сидит слева от меня? Давайте, наверное, скипнем. Я думаю, вряд ли что-то будет интересное, пока мы летим. Добро пожаловать в ад. А, нет, все-таки интересное, к сожалению, там произошло. Мы разбились, извините, ребят. Блин, обидно. Чувак, ты живой? У тебя аптечка, может, есть, что-то ты развалился как. Черт. Кстати, недавно же вышел фильм очень подобный. С потрясающей актрисой в главной роли. Самой эмоциональной. Согласен, а только где найти фонарик здесь? Ой, что это такое? Что происходит? Что? Есть, видимо, это коробочка, куда можно все складывать. Радио играет. Я не понял, а дверь открыл, здесь прям какой-то кошмар произошел. Туалет. Где же здесь фонарик-то найти? Только куча записок, блин, очень темно все. А не случайно не здесь ли тот чувак сидел? Нет, вроде не здесь. Ладно, без фонарика мне, наверное, здесь делать совсем нечего. Пойдемте обратно, что ли, поищем здесь что-нибудь. Прыгать персонаж не умеет, и там перегорожено, так что нам здесь не пройти. А, вот, фонарик прямо здесь лежит, отлично. Я даже не знаю, пока смысла, наверное, назад возвращаться нет, надо все здесь обыскать. Локация-то, кстати, здоровая же. И вряд ли на нас что-то сейчас нападет. А!
кто-то позвонил. Кто-нибудь меня слышит? О! Все-таки есть кто-то живой здесь? Это, видимо, та девушка, которая была в самом начале игры. Мы должны ее спасти. Осталось только найти ее. Что-то я наподбирал здесь, кучу всего. Смотрите, кровь. Здесь все... Подожди, закрыто здесь, нет? А, открыто? Я что там нажал этот? Типа, подключил электроэнергию. Странно, что не открывается. Кто это ведет тогда? А, все, я разобрался. В общем... Там было, видимо, включено, я выключил, сюда пришел, здесь включил и все заработало, отлично. Ага, все-таки мы решили сразу, видимо, на дно опуститься. А чувак рисковый, хотя у него и выбора нет, вертолет же разбился, что еще ему остается. Придется спускаться дальше и спасти эту женщину. Кристиан Стюарт, ты где? Покажись. Я, правда, не смотрел этот фильм. Ребят, чем там все закончилось? Вот, вот здесь самое начало игры. Вот, да, здесь был чувак этот. Точно так же идем по этому старому пути. Смотрите, типа аптечку он и взял. Блин, что-то ты как-то резко. Все тот же самый путь. Прикольно. На самом деле это выглядит классно. И я люблю такие моменты в играх. Так, у нас появилось, видите, несколько ответвлений. Чтобы пройти туда, нам нужен какой-то инструмент. Опять телефон. Женщина. Да, что здесь произошло? Вам нужна помощь? А, мне нужна помощь. А, она, кстати, по камерам следит за нами. Все не так просто. О, класс, мне ее спасать, понятно. Что-то я с ней подобрал, походу. Ага, я помню, чем закончилось тогда, когда этот чувак взял этот костюм. Фак, да, вот, фак. Окей, окей. Все, удачи, спасибо. Офигенно, вот зачем второй здесь костюм был. Просто супер. Фак. Это все, что я могу сказать по поводу этой игры. Фак. Давай, вода, набирайся. Сейчас, мне кажется, дверь откроется, перед нами встает тот чувак. С откушенной головой. Или что еще хуже. Давай, водичка, набирайся. Все, я готов идти плавать. Ну что, акула, ты меня ждешь? Или нет? Ну что, мы в какое-то другое место вышли? А, нет. Просто сейчас... А, лифт открылся справа, я тогда не успел до него дойти. Че, нет чувака? Здесь же его съели. А вот, видите, смотрите, типа, рука это с костюма того. Блин, прикольно, но чуваки постарались. Или чувак, не знаю. Типа, заморочился. Так, акулка, не нападай на меня только. Вон что-то проплыло, вы видели? Нет, не окунь, я имел в виду. Вон акула, вон он, вон плавает. Эй, псина! Эй, ни хрена ты здорова! Лол. Такая съесть может. Ой, меня видно. Я по этому значку справа определяю, видно меня или нет. Вот сейчас меня видно опять. Тогда смысл вообще красться
Я ж не мышь. Ой-ой-ой-ой. Акула, ты меня не видела? Нет! Смерть. У меня такое чувство, что мы не в ту сторону идем. Мне кажется, мы возвращаемся в самое начало игры. Точнее, не игры. Да-да-да. Вон вход был. Так, Лу, а что здесь делать тогда? О! Я понял. Что от меня игра хочет, чтобы я куда дошел? Типа, я разве этот кусочек пропустил? Типа, надо было чуть дальше пройти. Ладно, попробуем еще раз. Той же дорогой, только понизу. Шо, где эта дурацкая акула? Блин, у меня бесит, что в этой игре камера лагает. Когда ты совершаешь какое-то действие, типа приседание, оно все перестает вращаться. Ну как подвисает на один момент. Вон тварь плывет. Посмотри, а? Ля какая, ты посмотри, а? Во, мне вон туда надо было. Ну чё, надеюсь, она не нападет на меня сейчас резко. Давай, беги. Беги, мужик. Нет, да блин, дерьмо собачье. Мне опять что ли идти тут дебильную дорогу? Я уже затрахался. Мне четвертый раз туда идти, серьезно? Мегалодон. От слова гандон. Вот и все. Пока что она меня не видит. Теперь, видимо, видит. Блин, ну покажись, чтобы я понял, что ты где-то рядом. То я опять пойду, ты меня за попку кусь и все. А я не люблю неожиданности. Ну вот где она? Во, а, вон! Ушла нахер. Ушла нахер. Нахер, иди. Хотя бы знаю, где она. Давай, давай, спиной, спиной. Блин, она повернулась, что ли? Тихо, тихо, тихо. Сидя, сидим, сидим. Сидя, сидим. А! Что это? Что происходит? А! Что это за дерьмо? Варя, я почти прошел уровень, не смей меня кусать здесь. Пожалуйста, не надо, пожалуйста, я на финишной прямой, не кусай меня. Беги, беги, водолаз! Беги! Быстрее! Нет, щит, говно! Вы понимаете, что из-за этой дебильной бабы уже второй чувак умер? А, нет. О, ни хрена себе. Я все-таки не умер. Эй, фу-фу-фу-фу. Ты че, эй, куда... Фу, блин. Ты себя видела вообще в зеркало, женщина? Да я уже очнулся. Мне, видимо, по кайфу. Что меня засасывает какая-то женщина. Все. Мы ужили. Здравствуйте. Меня зовут Максимилиан, а вас? Что ты там делаешь? Так, блин, их тут дофига, смотри-ка. Что? Мужчина и женщина. Мы должны ему помочь, а он, видимо... Он говорит, что это дебильно, вообще нет смысла его спасать. Ну, понятно. Понятно. Типа, нахрен меня спасать вообще? Что? Ваши глаза? Что происходит?
Это насильник? Да нет, здесь по сюжету в них еще что-то вселяется, я помню. Там какая-то жизнь вообще происходит. Я надеюсь, что все-таки он пытается убить, а не то, о чем мы подумали. Ужас. Ну, понятно. Видимо, все-таки мужчина победил. Все. Я тебе не друг. Ты понял меня, гнида? Белозадая. Все, он ушел. Да мне страшно реально уже. Ужас, что это за звуки? Фу, хватит. А, это я уже сам издаю такие звуки, понятно. Кого-то просто где-то на фоне кто-то что-то говорит. Чувак, я не знаю, где мы. Я не знаю, что вообще происходит. Что за жизнь здесь творится. Идем, половина людей посходили с ума. Акулы еще стали нападать. Акулы это как дополнение, видимо, к сюжету. Пробуждение. Глава 3. Но звучит и выглядит довольно-таки интригующе. Женщину все-таки не убили, но куда-то забрали. У нас здесь есть куча трупов. Крючок. Ну и в принципе все, чтобы сбежать. Но я думаю, ребят, мы на этом завершим наше видео. Все-таки это был только первый взгляд, это еще пока не прохождение. В ваших силах сделать так, чтобы это стало прохождением. Поставьте лайки, напишите об этом в комментариях, и мы просто будем проходить игру дальше. Теперь перейдем сразу к мнению об этой игре. Вот мы плавненько и подошли к мнению об этой игре. Ну что я вам скажу, в принципе игра мне понравилась даже. Хоть она и выглядит как-то немножко коряво, даже немножко, я бы сказал. Не знаю почему. Как минимум, управление заточенное под геймпад очень плохо подходит под клавиатуру и моментами очень сильно лагает. То есть я просто не могу повернуть камеру, из-за этого акула меня легко съедает. Вот. Сама атмосфера прикольная. Вот я давно уже не играл в игры про глубину. Последняя из них была, это, наверное, Bioshock 1 или 2, и все на этом. И недавно фильм еще вышел с потрясающей актрисой, которую мы все любим. Но я его, к сожалению, даже не смотрел. Вот. Так, что еще дальше? Сам геймплей был очень бодренький, быстренький. То есть в самом прологе нас просто хреначили со всех сторон акулы. Там взрывалось что-то, женщина на фоне нас что-то просила. Женщина без ног ползла к нам, что-то тоже просила. И в итоге нас съедали. И потом мы уже перемещаемся с другого персонажа. Опять летим на вертолете, он разбивается, мы падаем. И тут уже немножко потупили, но опять же спускаемся. Опять акула, прочее. Вот. Короче, экшена достаточно. То есть, в принципе, игра довольно-таки даже классная. Я бы сказал. Хоть это инди-проект корявый, но все-таки она действительно заслуживает своего внимания. Правда, цена в 288 рублей кусается. Я все-таки взял бы еще побольше скидки эту игру. За такую цену, ну, блин, ну, под вопросом. Она, по-моему, того не стоит. Вот, ладно, то есть решать вам, вы увидели первый взгляд на эту игру, геймплей, небольшой кусочек прохождения, в принципе, я думаю, я вам, может, даже помог с этой панелью, где надо активировать электричество или что там, лифт, вот. Так что, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, чао.